И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте подготовим, значит, еще персонажей для будущей сцены в салуне. Это их не будет разговор. Так, текст уже разговора написан, сценарий на эту сцену уже тоже подготовлен. Ну, нет анимаций. Погнали. Так, заходим в Object Mode. Опять же, N-панель, чтобы увидели, что я буду нажимать. Так, можно это делать чуть-чуть поменьше. А ну-ка. Нормально. Так, есть у нас, значит, вот этот персонаж. Они должны сидеть за столом с Мастерсоном и болтать. Конечно, можно, чтобы они стоя поболтали, да, но это будет как бы банально, да, но это в игрушках нормально смоется. Допустим, раз, вот она ему говорит там ту-ду-ду-ду-ду, потом поворачиваемся, тот говорит та-да-там, и в принципе этого было бы достаточно. Ну, тут другой вопрос. Попробовать посадить их, значит, на стулья, посадить к столу. На столе будут какие-то бутылки, окружение, и будет их разговор. Так, значит, теперь что нам понадобится? Нам понадобится все закинуть стул и стол, чтобы знать, как это все дело разместить. Давайте импортируем сюда FBX файл. Найдем. Так, это у нас салун. Стол, стул. Так, где он тут? Насколько это все дело и куда это все делось? Так, это значит G. Set Origin 3D геометрии. Так, свет. Свет. Delete. И получается, это был не свет. А это стол и стул, значит. А ну-ка, или свет. А, не. Это стол и стул. Вот так вот они сохранились. Не есть гуд, конечно. Но это, как говорится, скачанные, значит, предметы. И поэтому вот так они будут выглядеть. Так, тройка на numpad. Делаем R. Значит, тут у нас G стол. Так, R докручиваем, S уменьшаем, подгоняем под размеры. Так, значит, где-то вот так. И теперь у нас, значит, S стул. R перекручиваем английское и подгоняем, опять же, к нашему персонажу. G. Стол тоже G. Тройка на numpad, приближаем, смотрим, что вот это вот очень надоедает, когда, значит, неправильно сохранены вот эти вот модельки. Так, это значит R перекрутка, где у нее там спинка. Так, 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 а ну-ка, семерка на numpad. Ну, это будет где-то в эту сторону. Так, подведем к нашей гражданке и понимаем, что стул как бы маловат. Так, G. Так. Думаю, все равно как бы маловат будет, да? В принципе, нормально. Ну, давайте чуть-чуть еще побольше сделаем. Все-таки как бы мультяшно. Как бы, значит, вот так все это дело. Единица на numpad. Ровненько все установим. Так, тройка на numpad. Вот стол. Стол тогда тоже S побольше. Вот такой размер, думаю, пойдет. Так, что со стулом? Ну, я думаю, что стул в те времена так где-то и делали по примитиву, да? Вот единственное, что я ему хотел бы изменить стулу, это Edit, рентген. Так, выделяем верхние вот эти слои. И теперь, значит, R. Ох, не есть good. Ну, хотя бы вот так я его отведу. Object Mode. Смотрим, что да как. В принципе, ну что. Ну, в принципе, пойдет. Единственное, что, наверное, вот эту штуку нужно подправить. Edit. Английское L. Выделяем, и значит, вот это уже
Можно, да, а ну-ка, Ctrl-Z, кривизна, пошла тройка на нампаде. Так, раз. И, значит, чуть вперед ее. Оп. Так, 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 вроде бы перекрылось. Так, все, с этим делом понятно. Тройка на нампаде. Стол присутствует, потом, если что, его подтянем. Выбираем нашу гражданку. В постмод, английская А. А, удаляем анимации. Желательно, если... А, так, здесь лицевой нету. Тогда вот это все delete. Это значит анимация потом будет, где она будет плакать, рыдать, страдать. Так, значит, теперь G посадим нашу гражданку. И вот видим, что здесь теперь придется поработать, значит, с платьем. А вот с платьем, так, это значит будет висеть. Задняя часть подтянуто. Так, вот заднюю часть мы это дело подтягиваем. Так. Так, и нужно найти. Так, это что за косточка? Не она. А ну-ка, это тоже не она. Ну, центральная. Я ее делал. Вот она, по-моему. Это будет центральная. Тройка на нампаде. Пробуем R. Так, нет, не централка. Вот забыл я ее, вот эту настройку рига. А ну-ка, вот она, по-моему. Так. Вот она. Так, а ну-ка. R. Перекручиваем ей платье. G. Припускаем. Вот тогда здесь уже, значит, можно это все дело докорректировать. И, наверное... Так, а как бы это хорошо обыграть? Так, здесь она вот так. Пробуем, пробуем, пробуем. Значит, ну не суть вопроса, конечно, что тут и как будет. Ну, вот она сидит. Внимание на ноги, в принципе, будет минимум. А вот, чтобы как бы первоначальную картинку нормально сделать, сейчас все это дело с платьем посмотрим. Так, теперь у нас есть руки. Как бы их разместить, чтобы... Давайте пусть она сидит по-простому, да? Так, раз. Так, R. Руку ложим, оп, на ногу. И также G. Возможно, она еще будет как бы жестикулировать, что-то там как эмоционально говорить, да? Так. Ну и пропишем А, И, прописка G. Поставим это, значит, теперь на первый кадр, на нулевой. Так, есть такое дело. Давайте теперь придадим ей более-менее нормальный вид. Ноги, все, она правильно сидит. Ну, как бы, по-женски, да? Так, тут еще, а ну-ка, R перекрутим, подгоним ей голову. А, и прописка. Так, заходим в Object Mode, и здесь я уже платье сделаю шибкеями. Чтобы не париться, все равно находить не будет. И, в принципе, нужно создать просто хорошую форму при посадке. Так, значит, заходим теперь в Sculpt Mode. F, английское, увеличиваем нашу вот эту штуку. Здесь можно даже X-симметрию, наверное, поставить. Так. Ctrl-Z и выбираем тянучку. Можно эластика. Ну-ка. Да, эластиком будет лучше. Так. Так. Так.
Так, здесь поднадуем, попышнее сделаем. Так, здесь у нее, в принципе, все хорошо. Единственное, что вот так вот раз подножку подтянем и тут немножко придадим ей формы. Так, здесь у нас тоже все нормально. Оп, чуть поднадуем. Чуть-чуть сделаем, как будто это, ну, свисает, значит, с этой, как его, с табуретки. Так. Так, раз. Х-симметрию отключим и доведем все это дело до нормальной формы. Вот можно даже вот раз приподнять и чуть-чуть заморочиться. Но главное, чтобы у нас вот здесь вот сверху все было перекрыто. Потому что, ну, это такое платье, что оно не может полностью, допустим, упасть, да? Так. Так, ну и красиво так сделаем. Тройка на нампаде. Вот это все опустим на пол. Так, вот здесь иначе будет, там чуть побольше, допустим. Так, одну ногу сейчас я еще вытяну, а одна нога будет у нас согнутая. Так, все, вот это платье будет лежать на ноге. Но тут вот другой вопрос, чтобы она, видите, в ногу сильно не завалилась. Можно даже раз ее тут как бы поднадуть. И тут, чтобы, ну, сильно не заходило в эту штукенцию, да? Ну и она пышная, она должна полностью как бы растечься по стулу. Во! Так, ну и смотрим так, включаем цвет. Смотрим, чтобы у нас, оп, видите, сзади какой-то косячок. Вот, ну, здесь вот руки нужно сейчас переписать. Вот платьице чуть-чуть пониже. Не без этого. И вот эти финтикрюшки боковые. Вот они. Они должны как бы растечься, да? Так, и что? Ну, я думаю, шикардос. Это шикардос. Так, теперь. Object Mode. Нам понадобится вот это вот платье. Ну, сама гражданка, да? Вот она идет, видите, с платьем, да? Объединена она словом. Поэтому, видите, у нее западают вот эти, значит, части. Ну, давайте попробуем им добавить шипки. Опять же, до предела. Заходим в Sculpt Mode и попробуем. Так вот, ну тут анимация будет. Тут руки вроде бы трогать тоже бы не хотелось. Да. Что есть, то есть, да? В принципе, что? Тут уже вот она с руками, так что... Ладно, не буду трогать. Попробую обыграть это другим способом. Так, значит, теперь платье вот это. Так, юбка. Пропишем в постоянную такую же позу. И нужно одну ногу красиво как бы выдвинуть вперед, да? Заходим в Pose Mode, выбираем ногу, тройка на нампаде. И вот так как бы ее G. Оп. Ну, прикольно. О, прикольно. Клауди Шифер отдыхает. Так, теперь руки. Видите, что у нас руки запали. Но это не суть вопроса. Так, и вот я думаю, тут как бы ей в сцене, наверное, стол, ну как, стол нужен, конечно, чтобы понятие. Так, вот так пусть руку одну держит, одна как бы лежит, так, одна лежит на юбке. И чуть-чуть ее перекрутим и как бы локоток, ну чтобы она в сцене смотрелась красиво. Уже шикардос смотрится, да? Так. И, значит, раз она руку чуть вперед,
Ну и так плечо приподнимем, а это плечо так тоже приподнимем, она такая как бы властная такая мамзель. А, и прописка. Так, теперь нам нужно что? Давайте я пока... Так, тут другой вопрос. Будет ли она при анимации опираться на стол? Ну, я думаю, динамику по любасу, конечно, бы сделать, да? Так, стол, надеюсь, вот как раз, если будет какой-то косяк, стол это дело перекроет ей юбку, хотя прикольно сделано, что по ноге эта часть, а эта часть чуть-чуть спадает. Вот, единственное, ножки у стула. Ну, в принципе, что? Платьем окутало. Ну и нормально. Так. Если она будет нагинаться, да? Допустим, раз. Так, это я сейчас зайду в постмод. И, допустим, вот раз, тазовая кость, она как бы раз, так, оп. И подастся к столу. Будет прикольно. Так, ну давайте дальше. Анимацию берем. Анимация не быстрая. И поэтому буду использовать 10 и 20 кадры. Так, сейчас замолчал. Думаю, как бы ее красиво посадить. Ну, в принципе, вот этого и достаточно. Такой будет мультфильм в стиле как бы игровом, да? Когда вот в старых игрушках раз там болтовня и в принципе все зашибись. Так, тройка на нампаде. Получается, делаем паузу, да? Так, пауза пусть будет, ну, секунда. Прописываем. Значит, рот и локация. И, значит, поперли дальше. Здесь у нас я буду использовать свою систему, которую вот в прошлом ролике выдумывал, да. И получается это 10-5, 10-5. А там посмотрим. Получается 5-35. Рот будет открыт. G-вот. И прописка. Потом у нас получается пятерочка. R, рот закрывается. И. Потом у нас 40-50. Десяточка. R. Можно не сильно открывать, да? Так, и сразу давайте, ну, чтоб не гав-гав было, а, допустим, с чувством, с эмоциями. Допустим, вот раз, рот чуть-чуть вытянулся, допустим, да? Так, это значит вот эти губы можно подать G вперед. Выбираем только рот и прописываем И. Так, теперь, значит, у нас вот эта штука. Первый кадр делаем вот этой косточки Shift D и переводим на 10, это будет 60 кадр. Так, и вот у нас получается разговор. Бум-бум-бум. Открытый. Получается у нас десятка, значит, 10, это полсекунды, чуть меньше, даже еще меньше полсекунды. Потом у нее, значит, 0,5 закрывается рот. Так, ну здесь вот я хотел бы, наверное, вот так, оп, и губы чуть-чуть ей подтянуть. Так, выбираем сразу, чтобы не путаться, и прописка. Так. 60-65 у нас получается неполное закрытие.
Так, или полная. Сейчас я посмотрю. Ох ты. G. Челюсть вперед. Значит, это рот вниз. Вот так как бы, да? И опять это дело выбираем, прописываем И. Получается 10, 5, 10. Получается G 5. Потом у нас идет 10. Так, здесь у нас закрывается. И потом попрописываем еще вот эти промежутки. Но вот уже посмотрим, сколько будет. Так, теперь у нас этот открытый, закрытый 70 у нас будет тройка на нампаде открытый. Разговор тут будет очень долгий, поэтому G. Вот так, да? Так, и чтобы еще красиво было, вот эти, значит, губы, тройка на нампаде. Вы перекрутим. Так, вот на этом кадре мне тоже вот эти не нравятся. Ну-ка, G. И прописка. Так, 75-й, считай, тут закрытый, тут открытый. И все, нам понадобится вот эта штука вся. 10, 5, 10, 5, 10, 5, 3 раза. И получается Shift-D. На 80 ставим 10, 5. И потом получается у нас 10, 10. Тут получается у нас G. Получается долгое открывание и долгие закрывания. Да? Так, вот эти вот Alt, G, Alt, R. И прописка. И вот вы видите, что происходит. Когда рот закрывается, верхняя губа как бы остается неподвижна. Ну, давайте просто на каком-нибудь кадре просто приподнимем губы. О. Что-то я их приподняла незаметно, да? Ну ладно, сейчас все будет корректироваться. 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10. Так, еще раз, значит, это... так, вот эти G на 5. Это получается 1, 2, 3, 4, 10 по 5. И потом идет у нас 10, 10. Это... 85-95, и потом вот эти идут, значит, сколько тут у нас? 105. Потом у нас получается опять G 5, потом идет G 10 и так далее. Все, вот это есть, это значит уже получается после 10, 10, 5, 10 нам не понадобится один вот этот кадр, который отвечает за десятку, вот этот, а понадобится только с 5. Shift-D и все это дело подставляем. Значит, 25-й кадр, все нормально стало. Так, все, это дело хорошо. Теперь нам нужно подправить глаза. Ну, глаза у нее, я понимаю, что она в салоне работает, да? И, значит, у нее может быть с собой много алкоголя.
Так, алкоголя может быть много. Так, теперь так, выбираем G и опускаем глаза на нашего шерифа. Так, что еще мы можем сделать тут? Ну, в принципе, выбираем и прописываем I. Так. Теперь нужны нам моргания. Ставим таймлайн побольше. И у нас получается моргание должно выйти быстро, да? Это получается с 30-го сделаем. Ну, давайте до 33-го. Так, значит, выбираем веки R. Закрываем веки. Так, вот тут что-то у меня интересное происходит. Так, а ну-ка. Так, проверим. Во. Ага, пониже. Значит, вот этот... Не этот. Так, что-то я тут не пойму. А ну-ка. А, придется немножко корректировать, да? Ну что ж, корректировать, так корректировать. Так, а этот тогда куда? А, вот, подальше его увести. Подтянем ей нижнюю часть. Вот так вот. Так, и вот этот. Ну-ка, G. Чтоб глаза были ровные, да? Так, выбираем, значит, что... Давайте все вот так глаза выберем и пропишем их И. Так, есть такое дело. Теперь 29-й. Выбираем вот это. Так, сейчас я тут напортачу. Выбираем, значит, вот эти косточки. Так, короче, выбираем глаза, но... Глаза вот эти отключаем, потому что они сейчас вылезут. Потому что они привязаны к другой стороне. Так, пишем Alt G Alt R и прописка. И теперь, значит, выбираем. Так, вот зря я желтый цвет поставил на этой веке. R. Так, раз. И G. Так, это что-то у нее бешеный взгляд. В принципе, нормальный, да? Прописываем. Так. И этот же кадр. Shift D. Так, а ну-ка, куда ты смотришь? Давайте глаза чуть пониже. И, в принципе, что, Мастерсон крупный, она его по-любасу увидит. Так, есть такое. Она там бам-бам-бам-бам-бам, молчит, молчит. Так.
Так, сказал бедняк, да? Начнем с 24 кадра. Так, значит, что? С 24 у нее начинается движение. Она когда разговаривает, да, вот, допустим, персонаж разговаривает, она как бы должна все равно, ну, двигаться, да? Там, допустим, раз там, как бы, наверное, R там чуть перевернулась. Так, что она еще может сделать? Голову чуть-чуть наклонить, как бы, да? А, и прописка. Потом у нее идет 25-й, 35-й десятка. Она начинает говорить. И, значит, как бы, я не знаю, как человек себя ведет на стуле, да? Давайте так, как бы там раз. Какие-то движения, чтобы она создавала. Небольшие. Потом у нее... Как бы болтовня, болтовня. И получается, что... Первый раз такое делаем. Так, значит... 20... Пятый, так, 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 R, она руку должна, хоп, и поднять, допустим. Когда она поднимает руку, у нее должна приподняться ключица, оп, все нормально. Теперь у нее какие кадры-то выходят. Так, если брать по рту, то он на 55-й открывает, 65-й. Тут небольшие движения должны быть, не резкие, да? И тогда... Ну, как бы вот так. Опять положит, пускай, руку, да? Как бы нервничает, допустим. Тогда чуть ключицу пусть припустит. Так, тело перекручивается чуть-чуть. И голова доводится в другую сторону. Допустим, R перекручивается, да? Так, а тут уже глаза уходят на Мастерсона. А, и... Прописка. Ну вот, что-то в таком духе. Так, теперь. Если выбрать вот эти анимации, которые задействовались, да? Так, вот голова задействовалась там. Что там еще задействовалось? Таз. Вот они. И сделаем, допустим, Shift D, ну, чтобы не заморачиваться, да, на 80-й кадр. Shift D. Для начала, чтобы понять, что, куда, чего, чтобы хоть что-то было менять. 120-140 это секунда. Давайте чуть побольше затяжечку. Вот. Вот эту затяжечку мы инвертируем. Сделаем Mirror Time Lop. И перетянем G вот сюда. И получается, здесь она в эту сторону нагинается, а здесь она, оп, нормально должна действовать, да? Так, здесь голову чуть-чуть, наверное, в эту сторону направим. Так, пропишем И. И, в принципе, что? Вот раз, она так, опа, опа, опа.
Здесь выравнивается более-менее и пошла дальше. Так, ну и вот эти, значит, кадры можно, опять же, английская А. Оп, не А. Выбираем, значит, шею, выбираем голову, выбираем грудинку, выбираем тазовую кость. И вот эти тогда Shift-D перетянем на другой, значит, разговор. И потом еще будет, значит, файл, где у нее будет удалены анимация разговора. Ну, как будто она просто сидит и с мастерсом разговаривает, да, там. Вот здесь раз, пошел и пошел. Здесь вот не надо вот этого много движений. Здесь просто она хоп, там что-то повернулась, подтянулась. Ну, вот так вот как бы сидит, двигается, да? Вот такая штука. Ставим 400 кадров. Выбираем рот. Вот она, анимация рта. Выбираем все кадры. Делаем Shift-D. Так, и делаем... Две секунды задержку. Тогда ставим 600 кадров. Для чего 600? Для того, чтобы речь у нее будет, допустим, пускай секунд, ну, у нее очень большой монолог там. И, короче, как бы вот так вот раз, тут она болтает, да? А потом хлоп, она вот так садится. Значит, садится она, да, и у нее получается английская А, первый кадр, Shift-D, ставим на конец вот этого кадра. И выбираем, опять же, кости без рта, и выберем... Так, и выберем, допустим, вот эти кадры. Shift-D, подставим их сюда. Так, и здесь уберем вот этот наклон в бок. Так, этот G помягче его сделаем, чтобы у него больше расстояния было. Так. И уменьшим поворот. А ну-ка, R. Больше как бы в другую сторону. И такая она вся сидит. Так, да? И вот эту руку тоже так. Хоп. Допустим, то вниз уберет там. В бок прописываем и потом, допустим, побольше динамику, и она так раз как бы на себя руку тянет. Ну тоже как вариант, да, раз там, оп, колено погладил. Ну, женщины, что там говорить. Так, так, может здесь ей добавить G, как бы раз она, оп, чуть-чуть вперед подается, и как бы раз. Ну да, и прописка. И тогда вот здесь мы кадры кое-какие удалим. Так, вот здесь она сидит, тут она, значит, как бы подтягивается. Так, тогда этот G сюда перетягиваем, а здесь получается у нас теперь дергание.
Так, тут она все еще разговаривает. Тут она замолкает. Нет, в принципе, дерганий нет. Так, здесь у нее взгляд. Так, это ужас, да? Это очень она его, значит, будет испепелять. Мягенько так пропишем. И тогда, значит, вот этот кадр delete, а этот тогда туда. Shift-D. Shift-D. И пусть глаза тут будут мягкие у нее. А ну-ка. Оп, такая вся нежность. Такая оба, оба, оба. Так, и теперь нам понадобится моргание. Так, оп. Выбираем одну косточку, вторую. И где у нас персонаж моргает? Вот вопрос, да? А моргал он где-то вот тут. Не понял я. А, вот они. Как мор... А, вот, да. Ну и давайте Shift D. 20, ну, 30-й кадр, 60-й. Это получается, она моргнула чуть больше секунды. Да? И тогда ставим еще больше. Это пусть, ну, секунды по 3 она там не моргает, допустим, да? Давайте Shift D хаотично поставим. Вот 200-й кадр, Shift D 200. 50, 50 это 2 секунды, Shift-D 350, Shift-D на 450. Но чтобы моргание ее тоже сильно не бросались. А ну-ка, опа, все, вот моргнула, бам-бам-бам, бам-бам-бам-бам. Бамс, опять моргнула. Нормальненько, да? Так, а ну-ка. Ну, выберем тогда вот эти все моргания. Так, и чуть-чуть сделаем S побольше. Оп. Ну да, человек моргает быстро, все нормально. Так, теперь. Вот эта штука мне не нравится. G. Рот поменьше. Пропишем И. Дальше хоп. У нее идет разговор. Она рот закрыла. История трагическая, не улыбся. Так, рот чуть поменьше тоже. Оп, у нее уплотняется. Так, это тоже прописка И. Так, тут, наверное, 200. Так, это дни. Здесь у нее пауза, да. Здесь у нее пауза и пошла. Ну-ка. Оп. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Опа-на. Вот они. Вот, вот это мне вообще не нравится. Прописка И. Но не попал на кадр. G. G. Вот тоже, что это ты творишь такое? И. Прописка. Так, здесь тогда чуть-чуть поплотнее. Губы можно, так, губы тоже задействуем, не без этого.
Описка И. Так, теперь что у нас тут? Давайте нижние вот эти косточки тоже подкорректируем. Тройка. R. А ну-ка, если G. И прописка. Alt G, Alt R. И прописка. Ну вот, подкорректируем, короче, вот нижние веки, да? Так, вот это тоже, ну-ка, или этот, вот это, на Shift D. Ну, чтобы прикольнее, потом можно шипкиями, значит, где-то что-то добавится. Что-то у меня подтягивает. Значит, подтягивает у меня ноутбук. Так, надо посмотреть, что тут с полигонами вообще столов. Так, а ну-ка. Полигона же, считай, нет. Гражданка у меня тоже не сильно полигональная. Так, что у нас? Волос тоже не... А, вот они. Да, как оно? Да нет, зубы тоже низко. Ну, не сильно, чтобы там полигональные были. Так, а что тут может быть? Ну, вот стул. Да, вот эти вот штукенцы. Да, так, это сколько? Ну, 73 тысячи полигонов. Это немного. Так, ну ладно. Все найдем, все, как говорится, уничтожим, да? Все изменим. Так, стол. Ну, в принципе, для карточных, для салуна размер стола, я думаю, нормальный. Ну, куда поменьше, да? Так, что у нас получается? Так. Гражданка у нас, значит, разговаривает. И вот здесь вот, видите, где она вперед наклоняется, нужно еще прописать один шипкей. Так, а ну-ка, если она здесь вперед вот наклоняется, то тогда это... Оп, нет. Добавим новый шипкей. Зайдем в Sculpt Mod. И вот так это все делаем. Вперед тоже подадим. Так, а ну-ка, оп. Пропишем. А ну-ка, что получилось? Так, первый Subtool чуть-чуть уменьшим. Так, не пойму я вот этот момент, есть тут дергание или нет. Сейчас прогонит. FPS десятка. Маловато. Так, ну здесь вроде дерганий нет, а ну-ка. Так, она пошла вперед. Тогда вот на этом давайте переделаем. Уберем и, значит, оп. Раз она вперед пошла, и пусть тут тоже шмотка идет вперед, да?
Вот теперь нормально. Так, нормально-то нормально, но, наверное, вот эту штуку я все-таки ликвидирую. Так, это что здесь за кадр? Так, а ну-ка. Вот, один кадр тоже нужно удалить. Угу, нормально. Так, что у нас тут по рукам? И значит, на каком-то моменте. Так, вот давайте на этом моменте G. Не знаю, зачем это делать, но... R руку ложит на грудь. Возможно, они даже с этим Мастерсоном по молодости гульванили. Она же все-таки хозяйка салуна, да? Так, что тут? В принципе, сверху нормально. Но только нужно тебе локоть подкорректировать. И поднять ключицу. Оп. И на этом моменте она как бы... Ну, давайте. Трагический, о, трагический событий. Вот так вот будет нормально. Так, теперь, раз она это все дело положила, то тогда давайте уже и с этой рукой разберемся. Так, вот, эту руку она ближе подвела. Так, глаза. Глаза как бы G. В бок так отвела. А, и прописка. Так, и смотрим, что будет дальше происходить с рукой. Видите, руку она, оп, медленно поднимает. И это дело не есть гуд. Здесь рука не прописана. Так, а как же понять? Вот здесь рука у нее поднята, да? Так, а на каком она лежит? А лежит она на 66-м. Вот Shift D. Давайте на 66-й мы ее переведем. 350 и 400. 2 секунды. Раз. Оп. Она поднимает. И уже 2 секунды вроде бы нормально для подъема. Но для продолжительности держания руки на груди это мало. Давайте вот сюда где-то так раз подставим. И получается тогда... Долгий подъем тут у нее. А ну-ка, раз. И тогда пусть она подержит вот это все дело. G подольше на груди. На 600-й кадр. Это получается 400 и 500. Это 100 кадров. Это получается... 4 секунды. В принципе, нормально. Так, вот подъем руки желательно, наверное, G и подтянуть поближе, чтобы она порезче ее, значит, поставила. Триста пятьдесят четыре, 400 это так,
350 и 400 это 50, 2 секунды. Раз и раз и два. Ну, в принципе, нормально. Так. Если что, можно это дело ускорить, но именно по кадровке 600 кадров, значит 100 кадров, это у нас получается 25 и 25, 4 секунды. Это получается, так, ох, у меня с математикой вообще жесть. 4, 8, 12, это 4 умножим на 6. 5 и 4, 20, ну, 25 секунд. Вот эта вся анимация идет 25 секунд. Ну, в принципе, для разговора и для остального должно хватить. Так, стол ей, в принципе, не понадобился. Так, вот оставляем ее со стулом, вот эту гражданку. И теперь нам нужно зайти в Object Mode. Потом буду уже шлифовать, когда они вместе будут сидеть. Там уже будет понятно. Стол пока delete. И теперь делаем файл Save As. Это будет, значит, Баба Дикий Запад. Разговор. Салон. Так. Все, остальное это уже будет шлифовка. Пока вот базис раскидан. Вот видите, уже рука здесь, значит, запала. Давайте я сразу подправлю, чтобы пока заметил. Так, вот эту руку выбираем. Отключаем внешний вид костей. Так, и не ту руку выбрал. Бывает. Не суть вопроса. Ctrl-Z. Так, так у нас и эта рука запала, да? Ай-яй-яй-яй-яй. На последнем кадре. В принципе, и прописка. Потом здесь уже можно... Вот на этом кадре это все дело тоже приподнять. Опустить. Прописка, да? Так, смотрим, тут вот она опять западает рука. Тут, конечно, можно и платьем шипкеями подправить, но пусть все будет вот так вот. Так, тут такая же штука. Так, здесь тоже поправочка. Ну, а здесь даже можно, знаете, что сделать? Выбрать палец. Как бы раз. Пальцы, чтобы как бы дернулись. Оно тогда будет прикольно, когда у руки тоже что-то происходит с пальцами. Там. Вот раз там. Но она не может просто рукой мертвого водить. Пальцы
тоже должны как-то участвовать, да? Так, вот это что за палец? Вот этот. О, а это непонятный палец какой-то. Так. А, и прописка. Вот, когда на руку поднимает, тоже, смотрите, должна быть какая-то движуха пальцев, потому что, ну, вот так вот, раз, допустим, оп, их вместе там свела. А, и прописка. Тут тоже какие-то у нее движухи. Но это все вот в основном будет делаться после шлифов. Ну как, когда будет аниматика вся прописана, потом будут вот эти недочеты все, значит, поняты, и будет потом прописываться уже нормально, дорабатываться, перерабатываться вот эти все будут кадры. Так. Так, давайте еще трепыхание волоса сделаем. Во. Так, волос у нее отдельный. Я волос всегда делаю отдельно, потому что если его делать вместе с персонажем, он приклеится к плечам, и потом вы уже ничего с ним сделать не сможете. Так, Sculpt Mode. И так, раз. Так. И это так, опа. Все. Больше с этим пока не надо. Вот где она руку опускает, здесь мы, оп, волос назад. Можно не до конца создавать вот это трепыхание. Вот именно одним шибким. Раз она вот сюда ушла, да? Оп. А, допустим, раз вот ее в единичку. Потом она хлоп там голову убирает. И, значит, здесь уже, значит, уменьшаем. Вот. И вот такая вот трепыхание волоса происходит. Так, раз. Так, можно еще один шипкей, допустим, добавить. Так, здесь у нас F. Уменьшим. Оба. И вот это тоже можно прописать. Раз, она уходит сюда. Так, ну это много, допустим, да? Ну, чтобы помягче было, по половинке так ее переделывать. Так, что тут у нас тоже? Оп. И смотрим, что получилось. Если где-то будет косяк какой-то, потом можно это будет подправить. Ну вот, волос все равно движется, уже будет даже по чуть-чуть. И то уже хорошочка, да? А если его побольше еще припускать, допустим, вот раз, оп. Прописываем, если изменяем два шибки, прописываем каждый шибки. Вот, оп. Сюда заходим, тут тогда поменьше, тут тогда можно побольше. Вот раз она в эту сторону наклонилась, здесь можно убрать в эту сторону
Ну, короче, делаем, вот у меня реклама это добьет, делаем по направлению, значит, опуска, да, прописка, прописка. Вот вперед, если она идет, то волос желательно вперед, как бы, чтобы пошел. Давайте еще один шипкей добавим. Так, до предела. И делаем вот так вот. Опа. И пропишем, значит. А тут теперь, опа, она назад пошла. Волос можно вернуть назад. Так, вот здесь вот уже можно его немножко тоже, так, оп, уплотнить, допустим, да? Потому что она назад голову убирает, и пусть вот сюда не уходит, в ноль. Так, тогда какой-то тут шипки будет мешаться. Так, ну вся эта корректировка будет уже после того, как я сниму с экрана вот это все движение и посмотрю, как все это дело движется. Потому что, ну как бы хорошо бы было сделать рендер, да, здесь. И с рендера посмотреть все косяки. Вот раз она сюда ушла. Вот, коп. И здесь. Так, если она сюда убирается, ну да, правильно, опана, вот тоже опана, вот так прибавляем, ну да, уже поприкольнее будет, чем просто она сидит, там у нее ничего не происходит на голове. Во. Вот тут уже не есть гуд. А ну-ка, раз так. Да, вот так будет поприкольнее, да. Все, пока с этим делом закругляюсь, значит, все, посадка у нее хорошая, эмоции у нее потом будут проработаны, значит, ух ты, так, что ты тут мне хочешь сказать, так, опа, так, ну, глаза я эти подправлю потом, что-то у нее тут один глаз, а ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй, что это? Как это дело называется? Вот так это можно теперь очень долго сидеть и вот это все дело шлифовать. Так, это нормально, это нормально, это нормально. И вот это тоже, оп. Так, и тогда вот этот G. А, и смотрим, чтобы у нее так. Не пойму, что вот с этим глазом. А ну-ка. Так, здесь он вроде бы нормальный. А здесь он вроде бы уже.
Ну ничего, шипкеями все это дело подправлю, где-то костями посижу подольше, с веками разберусь. Ух ты, какой у нее прищур. Так-то прикольно, да? Ай-яй-яй-яй, по-моему, ух. Не, прикольно, все, пойдет. Потом подправится, если что, уже будет корректировка. Так, сохраняем файл сейф. Угу. В салоне, да. Внимательно, если будете что-то делать, обязательно, когда долго сидите, что-то тут у вас происходит, работа какая-то, вы, бывает, собьетесь и не тот файл, значит, можете перезаписать. Будет большая трагедия, если какой-то файл может потеряться. Дублировать тоже это дело не есть гуд. Ну вот, получилась пока вот такая штука, да? Вот. В принципе, что, мадам сидит. Единственное, что вот можно платье пониже еще припустить потом. Здесь платье нормально, а вот здесь вот чуть-чуть я задрал. Вот такие вот, значит, работы происходят с этим делом. Шерифа я возьму уже, значит, который у меня на стуле есть. И потом, значит, просто положу ему локти на стол, и он будет внимательно ее слушать, потом тоже сам говорить. Так, ну вот пока по барышне. Это уже потом будет, значит, объединение и, значит, закид в сцену в салоне, разговор. Ну, на этом все. Всем пока, до свидания. Вот так происходит подготовка.